«Сказки в городе. Быть». 24 января Березняковская центральная библиотека подвела итоги большого литературного конкурса новогодних историй. Их предлагалось сочинить жителям города в канун праздника. Всего на конкурс поступило 25 творческих работ. Жюри выставляло оценки в трех возрастных категориях – дети, молодежь, взрослые. Лучшими в итоге стали в первой возрастной группе от 14 до 18 лет Злата Шишкина и Максим Погодаев. Во второй возрастной группе от 19 до 35 лет Анастасия Юшкова, Ольга Лецких и Валерия Суворова. В третьей группе среди авторов от 36 лет Галина Маринова. Специальные призы также получили Ольга Ломко, Светлана Богданова и Надежда Стерхова. Кто как увидел себе, да, приближение Нового года и то, как меняется город в связи с праздниками, можно было додумать, можно было домыслить, можно было какие-то истории из детства, может быть, вспомнить, да, для тех, кто, будем говорить, уже взрослые участники, можно было эту историю самим придумать. Кстати, почитать эти истории, окунуться в волшебную атмосферу, а также оценить старания и литературный талант земляков совсем скоро сможете и вы. По итогам конкурса будет составлен электронный сборник произведений. Его разместят на официальном сайте библиотечной системы.